Одна овечка отбивалась от стада. Пастух уже не знал, что делать с ней. Уж очень непослушной она стала. Возиться много приходилось с ней. Зайдет куда-нибудь, не понимая, что волки люди лютые вокруг. Одна беда, что ей опасно отходить от стада. Может погибнуть без него и пастуха. Паршивая овца, здесь кто-то скажет, таких из стада надо убирать. Но по-другому мыслит добрый пастырь. Он знает, что ее надо спасать. Он прибегает к жестокому решению, чтоб не погибла неразумная овца, и лютых хищников она не стала б жертвой. К ней применяет тактику кнута. Он взял и повредил овечке ногу, чтоб не могла она сама ходить, и стал ухаживать за этой овцою и на руках на пастбище носить. Прошли года, и перелом тот сросся, стала овечка так же, как была. Забыв совсем о причиненной боли, уже не покидала пастуха. Лишь помнила о ней его заботу, ручное стало, что там говорить. Вот так и с нами приходится порою такие ж меры Богу применить. Когда мы неразумно поступаем, угрозу своей жизни создаем, то Господу приходится, бывает, уже не пряником работать, а кнутом. Здесь повод хорошенько призадуматься о послушании, смирении всем нам, чтоб не быть, как овечка неразумная, все время слышать голос пастуха. Аминь.